Город Калинин. Помимо овощей осеннего урожая, здесь зимой можно купить и зеленый лук, и свежие огурцы. В числе других пригородных хозяйств поставляет тепличные овощи горожанам совхоз Калининской. Его коллектив в четвертом определяющем году пятилетки принял напряженный встречный план. Государству будет сдано 15 тысяч тонн овощей, в том числе 4 тысячи тонн ранних. Среди тех, кто возглавляет социалистическое соревнование в совхозе, Тамара Петрова и Нина Сергеевна Хуторова. С наибольшей эффективностью стремятся работники хозяйства использовать каждый квадратный метр теплиц, чтобы на прилавках магазинов свежие овощи были круглый год. Быстрый и всесторонний подъем сельскохозяйственного производства в нечерноземной зоне – задача огромной важности. Решать эту задачу, указывается в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР, следует комплексно, учитывая и ближайшие нужды, и отдаленную перспективу.